друзья, всем большой привет из крымского сафари-парка Тайган. И мы с вами двигаемся по направлению львиного общежития, откуда раздается громогласный рык. И кто же его воспроизводит, так сказать? А это один из чуковцев, да-да, которого переселили сюда. Олег Алексеевич здесь ему обещал львицу, чтобы давал потомство этот богатырь. Вот как он мощно оглушает саванну своим рыком. А это царь, красавец, огромный белый лев. Вот, друзья, другие львы тоже откликаются на такой мощный рев. Кстати, в прайде Чука, конечно же, помнят рык этого богатыря. Он был одним из лидеров в этом прайде. Но царь, конечно, внушительный лев, красавчик. Не зря его здесь поселили в первом вольере, чтобы все посетители любовались этой красотой. Красавчик, огромный такой, вообще статный в этом вольере. Всегда обычно в первом вольере белые львы были. Все как на подбор красавцы. Вот, друзья, много в львином общежитии львов. Все посматривают в сторону саванны. Там у них интересное кино. Царь не даст соврать. Он тоже любит посматривать этот сериал. Ну, а главные герои там, конечно же, Чук, Чип и Дейл. Юнцы немножко ушли с львиного пляжа подальше, и сейчас они здесь не так часто появляются. Вот, друзья, здесь у царя красивая такая подруга, львица. Было бы, конечно, интереснее, если бы у него была белая подружка. Обычно белые львы здесь сидели с белыми львицами, и потомство получалось чисто белое. Чисто белые львята, они пользуются огромной популярностью и огромным спросом. Многие зоопарки мечтают себе заполучить белого львенка в свою коллекцию. Вот наш богатырь перекличку провел, все его услышали, и он, как говорится, этим своим рыком дает понять, что он остается в обойме, и с ним нужно считаться. Лев сильный, мощный, молодой, так что, друзья, потенциал у него, конечно, огромный. Ну, а царь, послушав все это, завалился на бок. Пузо он себе отъел хорошее, потому что здесь в львином общежитии для многих львов минус, которые живут в вольерах, что их угостить сложно. А вот царя не сложно. В первом вольере многие его с удовольствием угощают окорочками и другими кусочками. Вот, друзья, послушали с вами перекличку, полюбовались на этих красавцев, за что спасибо Елене Желябовой, а вам, друзья, за ваши лайки и комментарии. Пока-пока!